Валерия. Хочу представить мой балкон, который я заказала у Александра. Год назад он мне соорудил конструкцию по моему заказу, как я и хотела. У меня была необходимость в широком подоконнике, так как я занимаюсь рассадой и у меня много цветов. Для выполнения этой задачи я искала хорошего мастера, а мне посоветовали Александра. И он мне предложил вариант сделать вынос для расширения полезной площади для моих цветов. Теперь у меня такой замечательный широкий подоконник, куда помещаются все мои цветочки. Балкон мне сделали год назад. И у меня было достаточно времени, чтобы протестировать и чтобы понять, что нигде ничего не течет. Чтобы не было слышно шума дождя, Александр посоветовал постелить андулин на выступающую часть балкона. И я, протестировав уже за этот период, сезон лета и зимы, весенне-осенний, я была довольна. Следующим этапом я планирую отделку. И обязательно позвоню Александру и приглашу его. Моим балконом я довольна на 100%. Александр хороший мастер, супер класс.